Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях протоиерей Виктор Зырянов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Быньги, а также преподаватель догматического богословия Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Виктор! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Бог благословит всем телезрителям телеканала «Союз», а Господи радоваться! Ну а для вас, дорогие телезрители, я хочу напомнить телефон прямого эфира. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам и задавайте ваши вопросы. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить о церкви. Давайте начнем с того, что, отец Виктор, скажите, что мы вообще понимаем, собственно, под церковью? Вот вопрос, который мы сегодня собрались обсудить, представляется, наверное, одним из самых очень важных, ответственных и тяжелых вопросов. Часто бывает так в жизни христианина, что на этот вопрос ему приходится отвечать, и отвечать ему просто на этот вопрос крайне важно и необходимо. Потому что от ответа на этот вопрос зависит, наверное, целиком полностью жизнь христианина, жизнь человека, и не только временная, приходящая, но и, конечно же, та жизнь, которую обещает нам Христос в будущем веке. Вопрос о церкви, принадлежность к церкви, кто является членом церкви, считаюсь ли я членом церкви. И вообще вопросы о церкви были вопросы, которые вставали перед христианским обществом издревле. И не всегда однозначно были ответы на эти вопросы о церкви. Эти вопросы, собственно, как бы стоят и сейчас перед громадным количеством верующих и в целом перед различными отдельными автокефальными, автономными церквами. Но вы знаете, что у нас произошло разделение, и что сейчас у нас две основные главные ветви в церкви. Это католическая часть и греко-восточная часть церкви. Но вопрос сейчас не об этом. Нам нужно сейчас, вот максимально за это короткое время, как бы определиться, что же является церковью. Христос во время своего общественного служения как бы начал сразу говорить о том, что Он хочет создать. И Он создает это общество, которое Он именует церковью. Вот в деле общественного служения Христос, ему нужны необходимо были ближайшие ученики. И он с самых первых шагов своего общественного служения начинает собирать этих ближайших учеников, которым он поверяет себя полностью. Ведь то, что мы прочитываем в Евангелии, то, что нам оставили воспоминания евангелисты, это ведь только самая незначительная и маленькая часть того, что мы слышим и знаем о Христе. Но ведь Христос вверяет себя своим ближайшим друзьям абсолютно весь. Он полностью для них прозрачен. Он делит с ними самые обыкновенные житейские, бытовые, хозяйственные дела и вопросы. Он делит с ними кровь и стол. Он постоянно рядом. Он спит и ест вместе с ними. И они наблюдают за ним. Они реагируют на все, что они видят во Христе. И вот настает такой момент, когда он спрашивает их, вот за кого они его принимают. Вопрос был поставлен очень серьезно. Вопрос был поставлен уже на третий год служения. Конечно, у них были и до этого доверительные и разговоры, когда Христос убеждается в том, что ученики начинают понимать смысл его, подлинный смысл его мессианского служения. Но вот здесь он вопрос ставит конкретно. За кого же они его принимают? И апостол Петр, известно, что он выделялся своим темпераментом, древние называют его устами апостолов. Вот он с дерзостью называет Христа: «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». «Блажен ты, Симон, блажен ты, Симон, сын Ионин, но вот то, что ты сейчас произнес, какое исповедание ты сейчас огласил, конечно же, это было исповедание не человеческой природы, не человеческого естества. Это тебе внушил Отец мой Небесный. Но так или иначе, все равно ты смог произнести это исповедание. Да, я Христос. Да, я тот проповеданный и ожидаемый Мессия, который пришел в мир ради человеческого спасения. Я есть Сын Божий по естеству. Не по благодати, а в собственном смысле Сын Божий. Вот так ты бы хотел и выразил меня. Но пока это только есть голос из твоих уст Отца моего Небесного». И далее он говорит: «Вот на этом камне исповедание, что я есть Христос, пришедший в мир для спасения человечества, единородный Сын Божий, я созижду церковь мою». И вот на основании себя Христос созидает церковь.
Церковь – это собрание верующих во Христа, основанное вот на исповедании Христа с Сыном Божиим. Нигде, никогда, никто вне церкви не может исповедовать Христа вот так, как этого требуется и как это вообще возможно исповедать. Нигде, никто, только в церкви. Только церковь – хранительница подлинной истинной веры, подлинного истинного знания и откровения о пришествии мира Христа. Христос составляет Священное Писание, особенно Священное Предание, не отдельному человеку и не отдельной даже группе людей. Он оставляет это в своей церкви, которую он созидает на своей крови. Вот Тайная Вечеря. Он приглашает своих учеников причаститься вместе с ним его будущих крестных страданий, крестной смерти и будущего, конечно же, воскресения. Он предлагает им вместе с ним принести и себя в жертвоприношение. А в лице апостолов он приглашает к этому жертвоприношению и всех будущих христиан. Это основание церкви, собрание верующих во Христа и живущих с ним единой вот этой мессианской жизнью. Христос говорит: «Придите ко мне, вот все обремененные, труждающиеся вот в этой мирской суете, и я облегчу ваши страдания, я многие проблемы и вопросы сниму, и вы перестанете быть зависимыми, вы освободитесь от бремени, которое угнетает вас». Все становится во Христе намного проще. Многие вопросы, которые кажутся нам действительно очень важными, необходимыми, которые так или иначе тяготят, заботят нас, просто снимаются. Вот вспомните человек, который спрашивает Христа: «Ну да, вот я слышу, ты говоришь очень хорошо, но вот у меня есть обыкновенная, самая частная житейская проблема. Вот брат мой вот не отдает мне часть имения. Реши проблему с моим братом». И Христос говорит: «Нет, я не судья. Я не из тех, кто вот-вот решает эти проблемы так, как решаете вы их на земле. А представьте себе, этот мужчина встанет перед крестом Господним на Голгофе. Он вспомнит об этой проблеме, тяжбу со своим братом? Конечно, нет. Конечно. И поэтому Христос всех нас приглашает ко кресту. Вот к тому кресту, на котором пригвожден победитель мира. Он потом скажет ученикам: в мире скорбны будете, но дерзайте. Дерзайте, и я победил мир. Побеждайте его вместе со мной. Встаньте вместе со мной в число победителей этого мира, этой суеты и этой бестолковщины, которая так вас загружает, которая не дает вам быть поистине подлинно свободными. И все это мы можем услышать и научиться только в церкви. Потому что только в церкви звучит проповедь о истинном искупительном подвиге во Христе. Только в церкви Христос призывает нас всех к таинствам, которые Он оставляет в церкви. Подлинной истолковательницей и хранительницей предания. И главное, понимание того, что совершил Христос, можно научиться только в церкви. То есть, отец Виктор, быть христианином значит принадлежать и быть членом церкви? Христос всех пришедших в этот мир людей призывает стать членами церкви. Членами церкви быть необходимо. Никто из этих, никто из людей, пришедших в этот мир, сам себя сюда не приводит. Это есть милость Божия, это чудо Божие, это проявление божеской любви. Случайных людей, ненужных людей в мир не приходит. И Христос всех призывает вступить вот в это божественное им созданное общество, общество верующих в Него, общество жаждущих подлинной истины, настоящей свободы и жаждущих будущей жизни, вечной жизни и блаженной жизни, но только с Ним вместе в Его воскресении. И поэтому каждый человек призван быть членом церкви. Что значит быть членом церкви? Есть несколько таких традиционных, с древности, понятий. Есть широкое понятие, где говорится, что церковь включает в себя всех свободно разумных существ, как живущих, так и живших, так и ангельский мир. Но вот в узком смысле, конечно, мы представляем, что церковь – это институт воспитательный.
Церковь призвана учить, наставлять и воспитывать людей здесь, вот в этот краткий промежуток времени, который мы называем земной жизнью. Вот здесь она должна подготовить людей к встрече со Христом в будущем. Когда мы станем держать ответ за всю ту жизнь, которую мы проживаем здесь, как подготовительный период перед вечностью. И церковь должна работать над людьми здесь и над своими членами. Ведь церкви, у церкви колоссальнейший материал для воспитательной работы между своими членами. И вот не всегда христиане, которые являются, да, и считают себя, и по праву это делают, что они члены церкви. Да, потому что Христос говорит: «Я лоза, вы ветви». В нас течет одна и та же жизнь. И Господь через вот членов своей церкви вдыхает эту жизнь в новую жизнь, в вечную жизнь, в свое созданное им общество. «Я лоза, вы ветви». Христос и в лице апостолов тоже заявляет о том, что его жизнь не от мира сего. Он есть вдохновитель новой жизни. И вот эта новая жизнь, дыхание этой жизни можно прожить и перечувствовать только в церкви. Потому что сам Христос есть постоянно воплощающийся в своих новых членах. Он есть тот, кто с нами во все дни до скончания века. Вот если не признавать, что Христос есть постоянно воплощенный в церкви, то тогда невозможно будет понять и этих слов. Что значит «с вами во все дни»? Я с вами, рядом, близко. Он настолько близко, что мы даже сами себе иной раз не даем отчета, насколько он близок к нам. Спасибо, отец Виктор. У нас первый звоночек, нам звонят из Ярославля. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Можно, да? Да, здравствуйте. Ага. Я Татьяна, это Ярославская область, Ярославский район, Новочеркова. У меня вопрос вот такой вот возникает. У меня мама православная, ходит в храм уже давно. Я стараюсь и пытаюсь быть православной. У меня всю кровь не жил вместе. Она попала. Так вот, мне подсказывают, что звонок телезрительницы нашей оборвался, но суть вопроса такова, что близкая родственница попала в секту, однако, ну, ее окружающие, собственно, ну, ходят в православную церковь. Вот как можно помочь такому человеку, привести, может быть, обратно в церковь или вернуть ее вот с такой ситуации? Нет, конечно, с такой ситуацией согласиться нельзя. Если тем более ее как бы вот увели даже из православия, то попытаться ее вернуть просто необходимо. Для этого существует, я думаю, что в Ярославе город большой, там, наверное, существуют специально подготовленные епископы, священники, которые занимаются этими вопросами. Вы, пожалуйста, ее, конечно, не оставляйте, секты нужно вытаскивать и как можно быстрее. Вот. Не говорите ей о том, что вот секта является зло. Вы лучше откройте ей богатство православия. Вот я многим своим студентам говорю: знаете, вот вас будут останавливать на улице, к вам будут привязываться, вам будут подсовывать всякую литературу. Ну, знаете, ну не вникайте в нее, не пытайтесь в ней разобраться. Лучше читайте о православии, наслаждайтесь православием, любите, входите в это православие. И не теряйте время на изучение каких-то ложных учений или верований. Спасибо, отец Виктор. У нас еще один звоночек, нам звонят из Казани. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Надежда, я из Казани. Я хотела бы узнать, как мне поступать. Я крестила сына, мы его назвали Эдгар. Батюшка его крестил, все как положено. А воздравие не принимают записки. Я не расслышал. Простите, как назвали сына? Эдгар. Эдгард. Угу. Спасибо. Наша телезрительница крестила своего сына и назвала, собственно, именем Эдгард. Ну, знаете, вот такие вот недоуменные вопросы всегда возникают. Вот особенно возникали они как-то вот раньше, когда вот в коммунистический период там называли различными именами, ну, в силу вот того времени. Вот. Ну, я не знаю, откуда вы взяли это имя, ведь вы, наверное, его осознанно как-то вот выбрали для того, чтобы вот посвятить своего сына какому-то святому. Если батюшка крестил с этим именем, вы помните этого священника, вы подойдите, разберитесь с этим священником,
Ведь он должен был знать, какому святому посвящается тот младенец, кого он крестит. Конечно, в традиции православия всегда нарекать имя в честь какого-то святого. И обязательно нужно будет знать и житие святого. Ну, конечно, нужно будет и заранее, было бы заранее хорошо изучить житие того святого, кому вы посвящаете своего младенца или крестите сами. Вот. Делать это нужно осмысленно, разумно. И подходить к выбору имени очень и очень ответственно. Спасибо, отец Виктор. Мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней беседы. Скажите, быть в церкви – это ответственный шаг? Это очень ответственный шаг. Еще и потому, что церковь налагает на своих членов вот некое обязательство. То есть вот она требует от членов, чтобы они находились в послушании церкви. Вот когда Христос говорит апостолу Петру: «Дам тебе ключи Царства Небесного, аще свяжешь, аще разрешишь, будет разрешено и связано на небесах». Вот не все верно, бывает, понимают вот это место. Что значит «свяжешь и разрешишь»? Ведь это все относится вот к этой земной деятельности апостолов, а в их лице и всех пастырей и учителей церкви, которых здесь Христос вот выбирает как отдельную касту. Здесь происходит отбор, то есть он избирает себе непосредственных прямых служителей своего слова. И вот здесь он дает им, делегирует такую власть от себя, вязать и решить, то есть решать житейские, человеческие, насущные проблемы. Человек приходит в храм к священнику на исповедь, решать свою житейскую проблему. И вот священник имеет на это право, имеет на это власть, имеет на это благодать, данную ему свыше. И вот настолько, насколько он вникнет в проблему вот того человека, который к нему пришел за решением ее, будет зависеть, конечно, и его успех. И нужно представить, что нет, человек должен в лице священника видеть присутствие Божие. И то, что говорит священник, принимать это как от лица самого Христа. Потому что священник на исповеди, особенно вот когда исповедь происходит по всей форме, конечно же, невольный свидетель, но он действует Духом Святым. И если исповедующийся или кающийся принимает вот наставление священника как от лица самого Господа, конечно же, это ему будет во благо. И вот вязать и решить, это значит, священник имеет право. А кто же, как не священник? Кто же, как не представитель церкви, от лица церкви, как от самого Христа, Духом Святым, решает все? Священник в церкви может решить все. Нет такого вопроса, проблемы, которую не могла бы решить церковь, не мог бы решить сам Христос. И священник здесь выступает от лица самого Господа. А Господь решает все. Посмотрите, вот в Евангелии, если кто-то обращается ко Христу, разве он оставляет его в неведении? Разве он оставляет его неудовлетворенным? Конечно же, такого нет. И поэтому в церкви решаются все вопросы. И священник, как представитель самого Христа на земле, конечно же, имеет такую власть, которую ему благословляет небо. Спасибо, отец Виктор. У нас еще один звоночек. Нам звонят из Астрахани. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Виктор, я хотел вот такой вопрос задать вам. Конечно, Господь призывает всех в церковь, но как вот быть в отношении людей, не то что в отношении, а как вот рассматривать вот... Господь ведь дал жизнь всем людям, которые живут на земле, и там и китайцы, ну, в общем, и другие люди, и другие народы, которые далеки от Христа вот на протяжении этих 2000 тысячелетий с момента пришествия Христа на землю, и которые далеки и понятия не имеют о том, что вот вопросы спасения, как вот тогда вот рассматривать в отношении них вот... Или может быть, и промысел Божий в отношении них как-то действует? Как вот с этим вопросом? Вот меня это интересует. Угу. Вот. Еще один такой вопрос. Вот на исповеди батюшка иногда говорит: прощаю и разрешаю грехи. А иногда говорит: да простит Господь чадо свое. Вот как это, от чего это зависит? Или это на усмотрение священника? Вот такие два вопроса. Спасибо вам за ответ. Спасибо за вопрос. Я, конечно, ожидал, что вот такой вопрос наверняка последует, и вот он прозвучал о том, как быть с теми людьми, кто
ну, совершенно далек от христианской веры, от исповедания, не знает и не слышал, возможно. Ну, есть же там африканские еще племена пигмеев, которые, да, и не слышали о Христе, о его спасении, о воплощении Христа. Вот. Есть буддисты, есть иговисты, ой, не иговисты, значит, ну, другие инославные религии, которые, да, и не хотят, или отвергают, или вообще не знакомятся с христианской религией. Как же быть с ними? Вы знаете, я не знаю. И я не думаю, что вам кто-то конкретно, определенно даст ответ вот на поставленный вами вопрос. Я не знаю. Но, знаете, нужно дорожить тем, что мы родились в православной церкви, что мы родились в православной семье, что мы получили православное образование, воспитание. И мы являемся членами православной церкви. Вот этим нужно дорожить. Я не знаю, что будет там. Дело в том, что мы, конечно, не в состоянии прозреть того суда Божия, который совершится потом, по скончании мира или после смерти каждого из людей, ушедших с этой земли. Мы не знаем. Мы не можем прозревать даже участь наших близких, родных, дорогих или знакомых. А уж что говорить о инославных представителях человечества, мы не знаем. И я думаю, что это не такой уж прямо такой, ну, вот, жизненно важный для нас вопрос. Не знаю, я должен вот поставлять Господу, что я родился и знаком с православием, и что Он открывается мне вот во всей своей полноте настолько, насколько мне это необходимо, возможно и полезно. Вот. По поводу второго вопроса, да, этот вопрос тоже очень часто муссируется, дискутируется в церкви, в церковных кругах, особенно вот в ученых, в академических кругах. Что это значит, когда священник читает разрешительную молитву? Ну, во-первых, мы знаем, что эти молитвы не появились, и характер такой, вот, который они имеют сейчас довольно-таки позднего времени, это 15-16 век всего лишь только. Вот, разрешаю. Я, когда стою на исповеди, я имею, говорю не от своего лица, а вообще от лица всего духовенства. Когда духовенство стоит на исповеди и принимает кающегося, ну, конечно же, насколько это вообще возможно, а это должно быть. Значит, что священник должен максимально вникнуть в проблему или тему вот этого человека, с которой, вот в ту боль, которую приносит исповедующийся и кающийся человек. Часто не всегда это происходит, потому что время исповеди ограничено, но священник должен найти время. Обязательно, и это его вина, если он оттолкнет человека или недостаточно уделит ему времени и возможности. Это беда для человека, беда священника. Но священник должен, всяко разно он должен, как бы вот он не был занят, он должен все-таки найти время, возможность с этим человеком побеседовать отдельно. Вот. Вникнуть в проблему, вникнуть в тему, вникнуть в ту жизненную ситуацию, вот, которая должна быть с которой вот пришел человек разрешить ее с вами. И потом... Вы спросили конкретно, времени мало, значит, я скажу, разрешаю, то есть отпускаю. Вроде кажется, что вот те грехи, которые человек здесь сейчас вот исповедал, то есть он открыл, раскрыл, и священник прощает их. Священник здесь, возможно, что он и получает какую-то уверенность в том, что ведь залогом оставления грехов является намерение человека, и как бы вот даже внутренний обет, что я в этих преступлениях, в этих ошибках больше принимать участие не буду. Вот это является залогом оставления, прощения, то есть изглаживания, как бы делаются несовершенными, не бывшими эти преступления, эти грехи, эти ошибки. Вот если священник проникся вот этим духом, что он уверен в том, что человек искренне раскаивается, и у него есть силы и способности, и возможности вот противостоять в следующем этим искушениям, он распускает ему эти грехи, не налагая никаких особенных, и, ну, как вот в церкви принято называть, эпитимия, то есть никаких еще дополнительных средств к тому, чтобы этот человек мог в полной мере отражать вот те самые страсти или нападки, грехи, которые вот могут его вновь возбуждать или приводить к падению. Когда не разрешает, да, он накладывает пластырь, лекарство, предлагает ему средства, опять же, из той же самой церковной копилки, которая очень разнообразна. И предлагает ему средства, как обуздать, как решить вот эту проблему со своими вот этими дурными привязанностями, пристрастиями. И наблюдает обязательно за этим. Когда
священник налагает епитимию, он должен в обязательнейшем порядке наблюдать за своим посломом. Не назначить и оттолкнуть, и сказать, приходи там через месяц, через полгода или через год. Нет, он должен сказать ему, чтобы он приходил всякий раз на богослужение. И рассказывал, также приходил на исповедь и рассказывал, как проходит его, вот этот период его очищения. Спасибо, отец Виктор. Ну, видимо, у нас уже совсем немного времени осталось. Скажите, что значит быть в церкви, что значит быть членом церкви? Ну, я как бы уже эту тему пытался раскрыть. Что значит быть членом церкви? Ну, во-первых, послушание. Вот посмотрите, ведь церковь налагает на своих посланцев, на свою паству, на своих членов определенные послушания. Ну, смотрите, вот фарисеи говорят Христу, вот почему вот ты и твои ученики не постятся? И Христос говорит, придет время, будут поститься. И вот церковь новозаветная устанавливает определенные дни для постов. 4 великих поста и потом однодневные посты. Конечно, это является и обязательством для всех входящих в церковь. Это посты, которые установлены, и которые христианин в обязательнейшем порядке должен соблюдать и исполнять. Это и есть послушание церкви. Ну, христианин, конечно же, человек по существу свободная личность. И эту свободу он получил от Бога, он может и не соблюдать этих постов. Но вот характер этого несоблюдения каков? Или он оправдывает, или он не согласен с тем, что вот установлены эти посты. Или вот просто его немощи одолевают, сомнения какие-то. Вот. Или условия для поста не соответствующие. Но так или иначе, послушание церкви. Если мы нарушаем по разным обстоятельствам, пусть даже можем говорить, что по каким-то очень объективным обстоятельствам мы нарушаем какие-то уставы и обязанности, которые несет христианин церкви. Но мы должны помнить, что так или иначе мы все-таки должны соблюдать послушание церкви. Должны. Но вот по каким-то причинам мы их не всегда в полной мере можем соблюдать. Но то, что мы нарушаем, мы должны в этом обязательно каяться. Ведь пост не для того, чтобы ради поста. Пост – это средство. Средство – это оружие. Вот помните, когда Христос спускается с горы Преображения, и там валяющийся в блевотине мальчик бесноватый. И Христос говорит, род сей может победиться и побеждаться только постом и молитвой. Постом и молитвой. Это очень сильнейшее средство. Пост и молитва. Ради побеждения, ради победы над супостатами. Отец Виктор, быть христианином и не быть в церкви, возможно ли такое? Нет, наверное, невозможно. Невозможно. То есть невозможно иметь такое состояние духа, что я верю в Бога в своем сердце, однако церковь не имеет составляющей моей жизни. Я не думаю, что можно называть себя и объявлять еще и публично христианином, если я не согласен с тем, что существует Христова церковь, и что Христос оставляет себя в церкви, что Христос есть постоянно воплощающееся божество в человеческой природе и составляющий богочеловеческий организм. Нет, это уже не христианин. И есть же древняя поговорка, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Спасибо, отец Виктор, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить для наших телезрителей, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Виктор Зырянов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Бынги, а также преподаватель догматического богословия Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Благословите наших телезрителей. Бог благословит. Ну а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас Господь.